Подсоединяем хронометрику. Не, держу, держу. Все, вот хронобатарейка зацеплена. Это для того, для запуска. Включаем преобразователь. Теперь смотрим на индикатор. Нажимаем старт. Вот так вот. Держим, держим, отпускаем. Все, напряжение 220 вольт. То есть, вот она, вся система заработала. Можно убрать, что сюда не выключаем преобразователь, и можно отключить саму батарейку. Все, включай. Так, включай теперь сеть. Нормально, вы как? Что делаете? Генератор без топлива показываем. Давай, все, на, топливный, да? Да, подними теперь аккуратно в руках. И его тоже. Можно показать, что есть. Аккумулятора ничего нету, кроме заземления. Да, вот это. Покажи, что ничего нету. Вот это заземление было. Да, вот заземление. Вот так вот. Это труба. Батарею снял ты? Да, батарейку я снял, аккумулятор. Изобретение, да? Да. Батарею снял. Вот батарейки здесь нету. Вот он, покажи. Вот она вот. Вот она, бесшумная, аккуратная, все. Вот это внутри трубы снимешь, что он. Да, сейчас покажу, что здесь учился. Вот напряжение. 10-20, вот 50 Гц. Вот так вот, в общем, работает система. Правда, не успел найти этот, как его там, вентилятор, вентилятор, все такое. Здесь настоящий 50 Гц. Вот так вот, в общем. Генератор вырабатывает ток электрический, да? Да. А из какой энергии вы электрический? Там высокая и низкая частота. И вот если нажать стоп, к примеру, все. Уже, и пока если конденсатора напряжения хватит, она может запустить. Если не хватит, не запустится. Вот, все, не хватило. Надо батареи, да, опять батареи надо. И все, уже все. Не запустишь пока. Запустим, все раз покажем, снимем. Можно запустить? Но подожди. Вот покажу, что с аккумулятора можно запустить. Надо такой для дома, чтобы газ, свет, ничего не платить. Для дома надо такой газ, свет, чтобы не платить. Вот. Аккумулятор ставим. Ну вот этот, батарейку крону вместе. Включаем преобразователь. Держим кнопку старт. Держим.